Какое свойство двигателя наиважнейшее? Надежность. Образно говоря, надо постоянно держать руку на пульсе каждой детали. Но нельзя же все время разбирать двигатели. А между тем давно замечено, что картерное масло всегда содержит частицы различных металлов. Износ сильнее, частиц больше. А каких? От каких деталей? Профессор Петросянц с группой ученых Московского института нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина сумели ответить на эти вопросы. Порцию масла из работающего двигателя отправляют в путь. Станция назначения – нейтронный генератор. Здесь металлы превращаются в радиоактивные изотопы, обладающие разными энергиями излучения. Совершив обратный путь, капсула проходит детекторы, преобразующие излучение изотопов в электрические сигналы для вычислительной машины. Она накапливает, анализирует сигналы и определяет, какого металла в масле больше. Теперь легко найти деталь, сделанную из этого металла, чтобы вовремя подрегулировать ее или заменить. Так можно проводить диагноз двигателей прямо на ходу, не разбирая их. Это повысит надежность техники при ее эксплуатации и даст большую экономию народному хозяйству.